Также на заседании Дома депутаты внесли изменения в закон о питании в школах. С 1 сентября все ученики начальных классов должны быть обеспечены горячими обедами. Причем школьное меню будут составлять, исходя из состояния здоровья каждого ребенка. Не забыли и про педагогов. Депутаты расширили перечень людей, которые могут получить компенсацию по оплате ЖКХ. Речь о тех, кто живет и работает в селах. В список вошли руководители подразделений, образовательных организаций и их заместители.